Епископ Сыктывкарский Коми Зырянский Петерим выступил с редкой эмоциональной проповедью на тему людского взгляда, призвав не искушаться. Всякий взор, взирающий, например, на женщину с вожделением, он назвал уже прелюбодейством в сердце своем. Большая ответственность – это то, как мы смотрим на людей, считает владыка. По глазам видно вора, что у него зрачки бегают. По глазам видно искренность. По глазам притча, говорится, моргает женщина, и к чему она призывает, искушая к блуду. По глазам можно увидеть чистосердечие. Глазами можно руководить, то есть какой-то знак подать. Поэтому это действие наших глаз, оно требует... А именно послушание Духу Святому, чтобы мы с вами следили за своими глазами, что они смотрят, где они бывают, где наш взор пропадает, куда мы этим взором окунаемся, куда мы погружаемся им. Необычное выступление в храме новомучеников на улице Зеленова сопровождалось наставлением об ответственном родительстве, чистоте помыслов и живыми библейскими примерами. Напомним, сегодня православные отмечают День памяти Петра и Февронии, а в России – День семьи, любви и верности.